Спасибо большое. Я стою и спрашиваю себя, что я вообще тут делаю? После этих блестящих латиноамериканских танцоров и до этого потрясающих исполнителей бального танца. И эти два парня еще жаловались. Один говорит, я уже 12 лет не танцую. А другой говорит, я 10 лет не танцую. А я им говорю, не хочешь 26 лет? Спасибо за возможность читать эту лекцию для вас здесь. И Вики просила передать вам ее извинения. Она очень занята сегодня. Мне очень повезло, и особенно повезло сегодня, потому что мне помогает одна из самых лучших танцовщиц современной эпохи, Наташа Карабей. Вы, наверное, думаете, а что это вообще имеет общего со скоростным танцем, который мы видели в Блэкпуле в этом году?